Сначала она не признала в успешном ульяновском хирурге БСМП своего ученика из Б-класса. Поход в больницу для 80-летней Любови Федоровны оказался приятной встречей. Ее лечащим врачом назначили Максима Смирнова. Того самого, кого она обучала с 1 по 3 класса 52-й школы. Там пенсионерка проработала учителем начальных классов 26 лет. Да, я бы, конечно, не узнала после стольких лет. Фамилия-то, конечно, откладывается. Все, потом, когда уже я пришла домой, нет, он мне сбросил на Вайбер сначала фотографию класса, а домой я пришла, я отыскала все фотографии, я все там кое-что-то вспомнилось, вот. Максим тоже учительницу признал не сразу. Узнав фамилию пациентки, продолжил сомневаться. Однако после первой встречи понял – это она. Первое, что захотел, чтобы она меня вспомнила, поэтому прислал ей фотографии. По фотографиям, конечно, она меня вспомнила. Но у меня, наверное, сложно узнать спустя 35 лет в маске, в чепчике и в спецодежде. И тем более, когда человек лежит, болеет, то я буду приставать еще, а вы меня помните или не помните. Все лечение сопровождалось теплыми воспоминаниями из школы. Как вчера все помню, у нас класс был действительно большой дружной семьей. Льва Федоровна в классе была как вторая мама. Вот. Это три года пролетели как один миг, как один год, может быть, не один миг. Где-то строгость, сказать, чтобы строгость где-то была, вот. Но в основном это были очень теплые, почти семейные отношения. А вспомните, каким Максим же, да, получается, Максим в детстве был? Спокойным, хорошим мальчиком. Не балованный, не хулиган. Обычно запоминается тот, кто очень так себя вел. Вроде их, конечно, на всю жизнь. Есть такие, которые я помню, ну их вот. Вот этот нет, он спокойный, смешливый, улыбающийся. Ну и учился хорошо. Нормально, хорошо. Хороший мальчик. Поэтому из него получился хороший специалист. Врачом Максим Смирнов стал по рекомендации мамы. Его семье старший брат тоже доктор. После вуза Максим устроился в 6-е хирургическое отделение больницы. Здравница задержался. Работает здесь уже 20 лет и твердо заявляет, уходить никуда не собирается. Максим Александрович, я знаю еще достаточно давно, с 2004 года, когда пришел в интернатуру, тоже на базе этого учреждения, на базе этого отделения. Максим Александрович как раз закончил, был одним из моих даже наставников на определенном этапе, который учил меня оперировать. То есть первый аппендицит я, по-моему, даже сделал с ним, насколько я помню. Наши герои сюжета обменялись телефонами с первого дня. Говорят, что теперь связь на долгие годы не прервется. Рената Люлова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.